Всем привет! Вы на канале Алиса ВТВ. И сегодня мы устроим макароны челлендж. Мы купили макароны разные. Гречневые макароны, макароны со шпинатом, разноцветные тут с натуральными красителями, зеленые макароны. Ну и вот традиционные такие типа рожки и вот спагетти. Варим все. Алис, как ты думаешь, какие макароны будут победители? Такие. Такие? Как ты их называешь? Королевскими и вот эти королевские. Погнали! Да. Ну что, мы сварили, друзья, макароны, те, которые вы видели в пачечках. Да. Вот такой результат. Вот они, красивые такие. Их здесь 8. 8, да, разных видов. Ну что, пробуем. Какие больше всего тебе понравились? Ты попробовала все? Да. Так, какие самые вкусные оказались для тебя? Для меня спагетти. Так, пап, что тебе больше понравилось? Самые вкусные это испанские мне показалось. Мне тоже вот эти очень понравились. Но Алисе, я по секрету скажу, что больше всего понравились, наверное, зеленые, потому что их просто не стало. Еще не успели тут сварить. Тут была, да, целая тарелка, но ее почти уже не стало. К нам присоединился Саша. Скажи, что ты думаешь по поводу всех макарон. Мне лично понравились больше всего вот эти вот макароны. Тоже эти, да? То есть победитель, гвоздь программы, это вот... Макароны из Испании. Макароны из Испании. Твердых сортов. Паста из Испании. Да. Мне овощные. А вам нравится паста? Напишите в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Алиса ВТВ. Всем пока-пока!